Всем привет, ребята! С вами Даша, и вы на канале Дашка Воктова. И сегодня со мной мастеролка Настя. Привет-привет! И у нас не будет челлендж. Наш оператор Полина... Всем привет! Да. Я буду подбирать им луки, они будут мерить луки из летней одежды. И которые им понравятся, они возьмут на море. В Грузии? Да, вы уже знаете, мы через 4 дня летим в Грузию. В общем, поехали! И первый лук Дашин. Лук Дашин состоит из разноцветных шортиков в цветочек и такой футболочки. Она идет наискось, впереди короткая, сзади длинная. Футболочка, то есть топик со звездочками. И как тебе, нравится? Нравится, я его возьму обязательно. И Настин лук состоит из белых шортиков, маленького рюкзачка серенького и нежной легкой серой кофточки. Ну как, тебе нравится лук? Да. Следующий лук, Дашин лук. Этот лук состоит из джинсовых шортиков с кружевами и белой легкой маечки с очень яркой, с узорами всякими, как будто краска. Понравился ли тебе лук? Да, я в нем обязательно буду где-то ходить и, может, на море пойду. Следующий лук, Настин лук, состоит из джинсовых шортиков обычных и футболочки белой. Она очень яркая, удлиненная и с вырезами на плечах. Тебе понравился лук? Да, я наверняка буду с ним гулять. Следующий лук Дашин. Дашин лук состоит из желтых шортиков и серой футболочки с очень красивым принтом. Этот лук не очень яркий, но сам по себе нежный и красивый, женственный. Тебе понравился этот лук? Да, я его обязательно возьму. Следующий лук Насти. Настин лук состоит из вот таких вот шортиков джинсовых с красивым принтом и такой фиолетово-розовой футболочки с вырезом на плечах, опять же, и красивым принтом из Парижа. Она сама по себе нежная и очень красивая. Тебе понравился этот лук? Да. И следующий лук, Дашин лук, он состоит из такой как бы мини, но она... длиннейшей мини-юбки и такой яркой-яркой футболки, ярко-рыжий цвет, розовая надпись и белый верх. Она очень хорошо сочетается с юбочкой. Как тебе, нравится? Да. Следующий лук Насти, состоит из шортиков на лямочек, но лямочки мы не стали одевать, потому что так смотрят более красиво. И такой как бы маечки со звездочками разноцветными. Тебе нравится этот лук? Да. Следующий лук Дашин. У Даши состоит тоже из шортиков вот на лямочках и такой легкой футболки белой с надписью и с розочками, с очень красивой кепкой, кепка с коронкой, блестками. Как тебе нравится этот лук? Да, я обязательно, наверное, в нем поеду. Следующий лук Настин. Он состоит из джинсовых шортиков и такой, как бы, в полосочку кофточки с кем-то, с узорчиком, в общем. Тебе нравится этот лук? Да. Следующий лук Дашин на такую прохладную погоду. Он состоит из рыжих джинс и такой яркой футболочки. Вы ее уже увидели. Мы некоторые футболочки по несколько раз будем показывать, потому что они сочетаются и с другими. Тебе нравится этот лук? Да, я, наверное, в нем поеду, а ту, которую я показала в предыдущем, я, наверное, ее переодену. Следующий лук Дашин состоит из зеленых шортиков, ярко-зеленых, на котором написано Сочи, и с футболочкой. Она такая нежная, не чувствуется на коже, на ней нарисована Барби в воде. Тебе нравится этот лук? Да. Следующий лук, Настин лук, он на холодную погоду.
Здесь джинсы такие нежно-розовые и такая нежно-розо-рыжо-бежевая футболочка. Да, с сердечком. Тебе нравится этот лук? Да. Следующий лук Дашин. Он состоит из полосатых шортиков и такой нежной блузки. Мне кажется, это очень красивое сочетание. И тебе можно нравится? Ходить на море. Да, тебе нравится? Да. Следующий лук Настин. Он состоит из шортиков. Эти шортики вы уже видели. И такой футболочки. Тебе нравится этот лук? Да, ну, и с ним можно пойти, например, покататься на велосипеде, это очень удобно. Следующий лук Дашин, он состоит из такой красивого платья. Это платье очень свободное, с резиночкой. Оно с разноцветными перышками. Тебе нравится? Да. Следующий лук Настин, он состоит из свободного платья. Тебе нравится этот? Да, может ходить на море или какой-нибудь праздник. И это последний лук. Всем пока! Всем пока, ребята! Пишите в комментариях, нравится ли вам это видео. Оставляйте внизу комментарии. Креативные, позитивные. И оценивайте луки. И вам понравились наши луки. Всем пока! Пока-пока!